Борщ, рыба кунгурская. Знаменит райский город Кунгур тем, что он с давних времен стоит, а еще больше мастерами своими славится. Жил в Кунгуре мастер, резчик Иван Легкая Рука. Цветок сделает, как живой горит. Оленя сделает, вот-вот затопчет. Птицу вырежет, из рук выпустить страшно улетит. Так однажды сидел он и ерша из бараньего рога вырезал. Отпусти меня, мастер, в реку. Не дивись, мастер, что заговорил я, а дивись мастерству своему. Я ведь у тебя живым удался. Отпусти меня в реку. Не опущу. Не было мне еще такой удачи. Сделал рыбу, пусти в реку. Согласился тогда Иван отпустить ерша. Чего фуражки несешь? Иду на реку рыбу в воду пустить. А ёж слово дал свое вернуться через месяц и через один день. Выходи, покажись, кто смелый. Полезай сюда, или порядков моих не знаешь. Я, ёрш, непростой, я костяной. Не боюсь я тебя. Ёрш Ершович, по что пришел? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе, царь щука, моя воля. Ершей впредь щукам не хватать и не глотать. Позвала царь щука всех щук, повелела она ершей впредь не трогать. Ровно через месяц и один день сплыл ёж на том самом месте. Эх, мастер, кругом я осмотрелся, с другими яшами я подрался, а помириться-то не успел. Дай мне еще в реке пожить. Жалился Иван. С тех пор в той реке щуки ершей ну совсем не едят, а в других и реках, озерах, прудах и морях опасаются.